Максимально будете трансово расслаблены и открыты, и когда вы услышите, как мы звучим с Викой, да, на своем месте спокойненько можете включаться по мьют. Раз, и захотели звучать, и звучите. Хорошо? А? Да, в любом месте вы включаетесь и начинаете звучать, просто имейте в виду всех звучащих. Нет, 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 не свои. Полная импровизация. Издавайте любые звуки, в том числе и шумы. Начинайте там что-то и все что угодно, но вы услышите. Просто будьте максимально открытыми и не готовыми ни к чему.
Дома было лучше. Я тоже сделала признание. Дома было просто по-другому. Понимаете? И вот в раннем возрасте это вот всегда как бы сразу лучше или хуже. Не бывает лучше, не бывает хуже. Определение добра и зла, хорошего и плохого, самая страшная обусловленность, рождающая либо осуждение, либо принижение. Все, попадос. Просто хотя бы это видеть, это уже спасает. Я прошу прощения, тренировок мы тоже будем штрафовать за оскорбление. Да. Спасибо, спасибо, давайте. Все покомкали, ну, надеюсь, что-то мы внесем. Спасибо. Спасибо. Ребята, у нас тут предложение поступило. Группу в WhatsApp создать, чтобы лишние другие группы не засирать. Пожалуйста, те, кто номера у меня есть, есть. А остальные, пожалуйста, внесите вот сюда в блокнот. Я в течение вечера создам группу. WhatsApp правят нами. Вот я вещи. Нами правят WhatsApp. Можно осуждать вечно. Мы уже обсудили, что это. Если он хочет танцевать, 5 минут, мастер-класс.